Привет, друзья! Я сегодня еду на один ивент. Меня пригласили на мероприятие La Ficelle. Плюс один еще дали. Я позвал с собой Максима Физрука. Так вот, как это будет проходить, я буду снимать, и вы все увидите. Бау! Я уже на месте, еще Макса нету. Я вообще офигеваю, какие здесь тачки. Здесь просто реально тачки, капец. И я понимаю, что мое BMW вообще здесь не сравнится ни с чем. Потому что здесь Гелендваген, а здесь даже такси, вон джип. Мы Порше и разные-разные дорогие машины, вот. Значит, здесь будет одна элита, и меня это очень прет. Посмотрим, поснимаю влог, где будет одна элита, класс. Спасибо, что пригласили. В общем, друзья, вот, собственно, этот ивент, на который я пришел. Здесь много знаменитых людей. Что я в жизни столько не видел, на самом деле. Просто можно смотреть, и не надо смотреть телевизор, они все здесь вживую. Вот фотографируется, и жалко, что нету Нади Дорофеевой, потому что придет Макс, и он очень... А Надя Дорофеева будет? Да, Надька решила придет. Надя Дорофеева будет, значит все, Макс будет рад. Вот, в общем, и пришел Макс. Макс, можно вас на пару слов? Нет, я занят. Расскажи, как тебе находиться на такой... Спасибо большое. Спасибо. Расскажи, как ты себя ощущаешь? Я смотрю, наминает вас. Да, Порше, там и я. Ты просто не поел сегодня дома, да? Вот, мы, значит, идем куда-то в другой зал, и у нас намечаются танцы. Но сначала... Что? Я не хочу идти в той зал, я хочу есть. Там тоже дают есть. Да, ну тогда. Да. Мы заходим в помещение, где будет проходить, где будут проходить танцы, наверное. Класс. Да, вау, вау, вау. Зашли на этот, собственно, паркет танцевальный. И я не готовил никакой номер, но надеюсь, что мне не придется сегодня танцевать. Вот. Сейчас пойду в курсет и посмотрим, что здесь есть похавать. Сейчас. Опа. Макс, я нашел еду получше, пошли. Да? Ну или потуйся, пойдем. А? Там точно нормально еда? Там такие пирожные. Короче, мы так хотим это поесть, но мы на диете, мы же модели, да, Макс? Я не. Коли в кейке не хватило денег заказать таке тістечко, але благодаря La Ficelle жизнь пошла на хорошую мораль. Жизнь пошла вверх. Да. Я хожу уже третий раз по кругу, ничего не могу взять, потому что все хочется и понимаю, что я на диете. Я прошу аплодисментами встречать наши сказочные пары. В этом он парень кучерявый. Давай комментируй, кто это, потому что я до конца всех не знаю. Красивые люди. И снова красивые люди. О, это вообще дизайнер у нас, я не знаю, что он делал. У нас на проекте он дизайнером был. Он очень красивый, но как дизайнер он красивый. Да? Красивый, да. Милый, милый, красивый. Все? Нет, где остальные? А, да? Я пропекал. Убежал интригу. Расскажи, как это было. Значит, она готовила этих танцоров. Сейчас будут ноты и такой черный квадратик. Thank you.
Вопрос, мальчик или девочка? Хоть где-то идет снег. Надеемся, что скоро и на наших улицах не будет снег. Хоть кому-то весело. Хоть где-то идут танцы. Ага. Стой так, чтобы она не видела. Хорошо, стой. Типа, снимаешь меня. Подожди, я потерял ее. А вот. Глубоко. Оп. И вытащил. Давай обратно. Смотри, какая игривая. Вы ёбнулись? Мы нет. Так, Red Shoes, где Red Shoes? О, все, на выгон. На выгон. Я думаю, уже три человека нашел, которые нужно на выгон. А вот... На выгон, охрана, смена. По дресс-коду были красные туфли, но я не понимаю, зачем все пришли еще в красных платьях. Всем привет, друзья, и вы сами знаете, кто это Влад Яма. Да. Класс, спасибо. Скажи, тут є така ведуча Кульбаба Сісі, вона на М1 колись вела музикальний рейтинг. Що, в неї нормальний рейтинг? Сколько стоит такая девушка, как ты думаешь? Что? Сколько стоит такая девушка? 300 гривен на... Опа, оп, давай, Макс, давай! Давай за стром, пожалуйста! Сохни в этот! З голосу країни. А, да? Прикинь? А ти знаєш? Я вже думав, що я слабею і не знаю всіх зірок. Я знаю, зараз будемо його знімати. А хто співати буде? Хто буде співати? Хто буде піти? В якому плані? Хто ти виступати буде ще? Все, окей. Не знаю, зараз всі підходять знімати. А хто це буде піти? Ви не підскажете? Ні, не знаю. Гайтана? Извините, не знаю. Посмотрим зараз. Аплодисменты для Aesthetic Boys, які розпочнуть цей вечір разом зі мною. Вона буде співати свій перший сингл, і я не знаю, я такий сьогодні скажу. Так, це все додому. Пішов двіж, но Макс ще не танцює. Ще дуже мало. Зараз я пі бутилку мороше. Потому что до этого было какие-то, ну погоди и так далее, с разных фильмов. Сейчас вообще бомба класс, и Макс даже танцует. Уже повеселее. Party.
we party. Пока все-все не уйдут, мы еще не танцуем. Так что, ребята, если вы организовываете светские тусовки, обязательно зовите меня и Макса, и мы будем вам создавать просто бомбу, атмосферу, огонь, пожар. Будем разрывать ваши танцполы вообще на ноль. Так что давайте, я жду ваших приглашений. Спасибо всем, кто пригласил меня. Нет, спасибо тем, кто пригласил меня сюда. Класс. Сам, бери. Нет, это тоже не вкусно. Это нет. Нет, это не сладенький. Я не хочу, спасибо. Самое наилучшее. Боже. Закусно или нет? Что за... Це можна їсти з лапінкою, так? Я просто їду додому голодний, я не хочу, знаєш, що типа тратити гроші на їду. Думай тут поїм, знаєш? Ну все, спасибо, дай Бог здоров'я, клас. Это он? Це дуже вкусно, правда? Так. А якщо візьму дві і лишу потім ці стопочки? Добре, так? Так. Все, спасибо, дай Бог здоров'я. А яке вкусне? Я хочу це взяти. Оце не вкусно, не робіть оце. Да. А він буде пити на зоботу. А мені не на зоботу. Дякую за це. Вам дякую. Нормально. П'ють воду. Спокойся. І що, пес? Я бачу все таки пес. Що? Чуєте, а є вода, бо він зараз крана піде попить воду. Блядь, це так красиво. Це так, це клас. Блядь, це сладко. Як на біткоїні гроші. Це щастя. Давай, ось це. Блядь, це вкусно. Це вкусно. Мені так вже життя. Добре, чекай. Молодець. А так можна більше їхати.